вообще, как вы считаете, нормальная цена? Ну а что он сейчас дешевле? 1 040 000 я вот заказывал. Ну, 19-го года. Я сейчас хотел заказать, вот, наверное, просто в конце октября придет, я еще так подумал. Думаю, что 2 месяца на новую машину поезжу. Вот, а еще такой вопрос. Вот этот камень, да, мне сказали, что к нему можно будет газ выпустить. Вообще переделывают. Ну, что-то машина нагорает. Ну да, да. Ну как бы вот именно вот этот мотор. Смотрим, о, Димка в УАЗике, такой УАЗик, ох, какой. Так, сейчас посмотрим. Вот он. Пикап. Пикапчик. Ну так сидишь, конечно, ну узковатый салон. Вот, и вот, я уже вот рукой, ну подойди сюда. Угу. Вот. Все, вот, смотри, вот, вот, смотри, вот. Это я сижу, и у меня плечо у меня с моим маленьким ростом уже здесь вот упирается. То есть вот, грубо говоря, мне даже не нужно стараться, чтобы руку из окна вызвать. А так она сама вываливается. Да, а так механика здесь, все, руль такой. Вот давай сейчас там. Сейчас, никак. Тесновато. Вот единственный. Зато сзади. Ну-ка. Цвет приличный. О. Вот здесь, кстати говоря, вот эти ящики можно прятать что-то. Вот. От сиденья. Ну да. И цвет. Полный привод. Так, вот как. И сверху можно пластиковую еще настройку. Угу. Выглядит ничего так. Давай.